Здравствуйте, Роман. Это видео про ваши одуванчики. Итак, первый одуванчик. Вот он на моем тестовом объективе. Этот одуванчик запрограммирован под ваш фишай объектив. Фокусное расстояние 8 мм. Диафрагма от 3,8 до 22. И две полочки на всякий случай, если вдруг с одной не справитесь. Будет запасная. И второй одуванчик для Гелиоса 81. Он подпилен в нужном месте и запрограммирован согласно той таблице поправок, которую я вам прислал. Ну, вы можете перепрограммировать его всегда от 2 до 16 и просто вводить поправки в зависимости от диафрагмы, на которой снимаете. 50 мм фокусная, диафрагма от 2 до 32. К сожалению, клей сейчас в международных отправлениях высылать нельзя, потому что, как любые жидкости, таможня такие посылки может остановить и вернуть обратно. Два одуванчика и калибр. Сейчас я упакую и пойду на почту вам отправлю. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.